Сегодня в Магадане на лыжерольной трассе для любителей спорта была подготовлена лыжня. Данная трасса приветствует не только профессионалов лыжного спорта, но и любителей. Символично, что лыжные трассы по всему городу подготавливают в канун Международного дня снега, который отмечается с 2012 года в последнее воскресенье января. Также на лыжной трассе можно подготовиться к всесоюзной массовой гонке «Лыжня России», которая пройдет 12 февраля. В этих соревнованиях принимают участие любители лыжного спорта от Камчатки до Калининграда.